На избрании нового президента ПФЛ собрался внушительный состав участников. Но никто и не предполагал, что в пресс-центре Лужников была построена машина времени, которая перенесла участников конференции на 70 лет назад. Но необходимо вернуться обратно в наше время. Вопросы, которые выносятся здесь в зал, на большую аудиторию, в ходе спортивного сезона и по его завершению обсуждаются в более узкой аудитории специфических зон. Я, как уже сказал, не могу отрицать наличие каких-то негативных явлений в российском футболе, в том числе договорных матчей. Но, повторюсь, тоже придавать им слишком большой масштаб. Вот, я полагаю, что российский футбол не столь грязный, как иногда пытаются его представить.